Мне противна вся эта милота. Я бесчувственная тварь и выше романтической ерунды. Пожалуйста, гладьте мне по голове и называйте солнцем. Изгнать бесов и духов из дома. Да, они стоят рядом со мной сейчас. Мне не нужны какие-то мальчики. Только вы, Катя. Артист года второй год подряд, это уже не весело. Вообще-то чернокнижник, я жуткий, мрачный. Какая панда маленькая, вы о чем вообще? Мы устроим танцы. Ты такая классная, крутишься в пространстве. Капитан, ты единственная, кто не считала мой капитал. Звезды горят для тебя вечно. Дэдди Мёрфи, я хочу забыть боль. Дэдди Мёрфи, я исчезаю. Наши числа образуют ноль. Дэдди Мёрфи, я умоляю. Ice, baby, Kris Дженнер, я знаю, прайс, baby, мне можно все, baby, сам так сказал, я веду себя, как захочу, забираю.
краска из баллона, украси стены. Нет, ублюдок, мы с тобой не похожи. Нет, мы делаем не одно и то же. Сердечко. Давай, какие? Вы там меня обычно, вот меня дети просят вот такое почему-то показать, как правило. Это типа лучше, чем вот такое? Чего вы скажете? Какое лучше, вот это, вот это? Ike, you have to be honest. Am I ugly, yes or no? Больше нечего терять. Слушайся с экраном, на котором я. Тебе пора уже продолжить жизнь без меня. Я, если честно, твоих слез, твоих грез не стою. Просто я не вылез, постоянно ссор с тобой. Еще двух экстрасенсов, которые можно выбрать как проституток вот на трассе. Что, о, вот эти мне больше нравятся, я пойду с ними. Ну вот вы посмотрели всех. А кого бы вы выбрали на трассе к себе в напарники? Двух девочек, наверное, выбрал бы, да. Двух? Да, двух. Азиаток. Еще бы взял плетки. Артист года второй год подряд, это уже не весь. Мне вчера писала девочка, позавчера что ли, до меня и дошло ее сообщение. Она говорит, я лежу в онкологии, у меня там редкое генетическое заболевание. Типа, единственная последняя моя мечта — это тебя увидеть, как бы ты можешь приехать. Ей ответил мой менеджер, типа, да, конечно, мы сейчас приедем. Она говорит... Это очень, очень грустно на самом деле, что... Так происходит. Ну, то есть, да. Я понимаю, что, в принципе, это жизнь, и все случается. Нет какой-то вины, конечно, моей большой. Я понимаю, что я не успею за всем, но если у меня есть возможность помогать быстро, то я делаю. Дмитрий, ваша очередь. Артист года второй год подряд, это уже не весело. I'm sorry. Три. Вы уже осознали, что вы в финале? Да. А мне кажется, нет. Да. Что чувствуете? Че? ТикТока у меня, кстати, нет. Я не сижу в ТикТоке, я вообще не знаю, что вы там делаете. И, наверное, это хорошо, судя по вашим комментариям, что я не знаю, что там происходит. В общем, нет, у меня нет ТикТока, я его не смотрю. Слишком много пластиковых карт, так? Не экологично. Ты хотел побить с нами, но не вывез чел это... Экологично. Одновременно королева, ее кожа, ее тело шоколадные, густые волосы, как она. О, мой волшебный голубой глаз, самый вкусный шоколад.
летали быстрее, когда ты была со мной рядом. Каждый чики хочется выпить. Пляшем танго, пьем мартини, пьем. Пикабу буши до Хэллоуин. Фулио. Я постоянно с Трэвисом как ди. Девушки, это какая-то прекрасная структура. Как от фаланга в пальце, так и вчится до запястья. На щеку, так это удивительно. Но то, как они умываются, легко влюбляться в женщин. Погоди, I'm swearing shit один. И мне так похуй, я застрял среди этих паутин. Они говорят мне, что я в норме. Реально, ну можно его вырубить, приглушить как-то? В дом зашел самый юный участник битвы, чернокнижник Дмитрий Матвеев. Дим, хорош, давай, соберись. На прошлой неделе, столкнувшись с горем, Дмитрий поддался эмоциям и с трудом закончил испытание. Одновременно нищенка, одновременно королева, ее кожа, ее тело, шоколадные густые волосы, как она. А если все-таки плохие, вдруг победят, значит просто плохими были не те. Это нам хорошие доходчиво объяснят, перед тем, как забрать суверенитет. Меня зовут Матвей Дмитриев, я из города Тольятти. Всем привет, меня зовут Матвей Дмитриев, я из города Тольятти. Дмитрий Матвеев, рунический практик и оккультист. Как тебя зовут? Зови меня хозяин, не ошибешься. Похоже. Пикабу буши до Хэллоуин. Фулио. Я постоянно с Трэвисом как Ди. Жаль, что ты уже моя, я бы хотел тебя заново завоевать. Заново завоевать. Заново, заново, заново. Заново не понимать. Заново, заново, заново. Притворяюсь, будто я больше не люблю тебя. Добрый вечер, Димка, мальчик мой, хули случилось? Что тебя назвал? Рано. Что значит рано?
нищенка одновременно королева. Ее кожа, ее тело шоколадные, пустые волосы, как... Его смерти боятся, смысл какой? Умираем все. Я тоже умру. Типаж девушка? У меня нет типажа, кстати, девушек. Мне нравятся все девушки, наверное. Нет какого-то конкретного. Блять, меня переполняют эмоции. Что за хуйня? Мне кажется, где-то ошибка. Я фоткаться не хочу. Hey, 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 hey.